А, ты уже включил, да? Ага. Норм, чуваки. Двоих. Нифига себе. Игровой сетап покажем позже. Нахуй. Хуйня тут, а не игра. Жопу отодрать. Током бьется. Тихо. Где кабель? Кабель. Это твой? А где мой? Подожди. Подожди. Все, я нашел. Да, жду тебя. Блядь, не дай бог у меня сейчас не заработает. Это будет вообще шок-контент. Шоковый контент. Нифига у тебя фонарик. Нормально, да? Сос подаешь. Ремонтировать надо. Так, вот как надо включать по очереди. Чувак, are you ready? Are you ready for this? Are you ready? Чуваки, синхрон. Ловим синхрон. Блин, только видно, конечно, через задницу. Ну, у тебя еще нормально, у меня сильно ярко. Ну, посмотрим. Кстати, сюда. Яркость, подожди, можно у меня приспустить. Не, у тебя-то хорошо же. У тебя же верхний телек, видишь, все нормально видно. Так, я выбрал. О, не игра. Так, я возьму мистера вот этого. Сатоя. Сатои на Кащини. Я тоже взял я. Его. Его? Его. Так, кстати, как мы выглядим? Ну-ка. Так же. Чувак, здорово. Наконец-то мы встретились в этой офигенной игре. Блять, ну и качество, наверное, будет видео. Я хуйня. Так. Короче, смотри. Угу. По карте. А у тебя карта тоже открывается? На какую-то кнопку, да? Подожди. А, смотри, то есть я включаю карту, у тебя включается карта. Да. Значит, смотри. Блин, наверное, если мы друг друга убиваем... Короче, пошли вот в эту, в первую, только я вот через правую дверь, а ты в левую. И осторожно. Нет, вот я, видишь, по карте внизу, смотри. Ну, я вот в эту дверь, а ты в левую, которая... Нет. Вот сюда. Все, я понял. Вот ты, короче, в одну сторону... Да, с двух сторон. Я рабаши все твои забрал. Прижмем их. Понимаешь, сейчас я. У меня бронежилет есть, кстати. Все, бегу. Bulletproof fast, motherfucker. Так, ты готов? Да. Только меня не пришиби. Погнали. Одного убил. 59. Это я в конце, если что. У тебя там есть? Да. Блядь, сзади. Ах ты. Чувак, чувак, прикрываю. Пытаюсь прикрыть. Ты где? Нормально. Я убил. Убил. Это да, я. Я вижу, вижу. Так, это... Подожди, подожди, не торопись. Да хуя сейчас будет, чуваков. Если что, шкеримся. Так, осторожно. Тихо. Нормально. Ты сел, что ли? Да, сейчас я. У меня дробовик есть. Это, подожди. Да нормально, нормально. Блин, мне надо за патронами сгонять сейчас. Пойдем сюда, зайдем, заберешь, подберешь снег. Ты сможешь меня прикрыть? Да. А что гудит? А, не надо. Так, мне нужны патроны. Так, чувак, осторожно. Так, все, я всех убил. Так, подожди, мне надо здесь потрохи. Так, пистолет. Так. Взял? Впереди аптечка будет. Дробовик возьми. Мы четко, ну, по жизни идем. Вот еще дробаш. Отлично. Угу. Так, осталось 49 противников. Левая комната зачищена, да? Теперь пошли через коридор вправо. Давай, дуй за мной. Блин, так щегольско играть на черно-белом телевизоре. Ну, в смысле, он не черно-белый. А ты откуда тут, мужик? Нифига себе, ты видел? Ну-ка, подожди, а я могу прыгать? О, чувак! Ты как прыгаешь? Я прыгаю. А я даже, смотри, могу это, приседать. Ну, на что ты же? Знаешь, как приседать? Смотри. Так, а как встать? А, вот, смотри, нажимаешь вверх и А, это прыжок. А вниз и А, это лежать. То есть от пуль можно лечь. Круто, да, ползком так? Да, слушай. Ну что, Рэмбо, готов? Давай. Аккуратненько. Сделаем свою работу. Ух, блин. Так, нормально. Два ствола. Куда веселее, чем вроде. Ёбать, нахуй. Я назад, я назад. Бегай, бегай. Блин, куда ты пойдешь? Так, все нормально. Все нормально. Все чисто. Ты живой? Да. Жизнь есть. Все, аптечки есть. Боже, как же ужасно в черно-белом играть.
Тяжело. Давай завтра поправим эту неисправность. Сделаем цветной телевизор, ну его нахер. Но это завтра, потому что сегодня я целый день паял этот ужас. И вообще, чуваки, вы не представляете, как тяжело эту залупу заставить работать. Не так все просто, как кажется, когда у тебя нету ничего. Так, смотри, сейчас здесь будет зона, я ее помню отлично. Ты полево, я направо. Хорошо. Все, давай, чики-брики. Сам знаешь куда. В дамки. Так, живы будем. Прибил своего. Слева один. Я должен был налево там идти, по-моему. Ты, блин, иди направо. Иди куда-нибудь. Иди туда, куда я не пошел. Это очень простое решение. Блин, как у тебя классная игра выглядит. Я как щегол играю, слушай. Я просто как щегол играю. Как жертвенник. Да, я как обиженный какой-то, блин, играю в черно-белом. Зато на камере видно, офигеть. Слушайте, чуваки, подождите, сейчас мы... ну-ка, мочи. Я сейчас тебе яркость тоже подстрою. Тихо. А, блядь. Мне в броник стрелять, у меня уже 40% брони. Давайте подстроим яркость чуть-чуть. Еще. Контрастность. Так, тебе нужно меньше делать. Какое оно светит, да? Так, сейчас найду эту опцию. Погоди, солнце же яркость, нет? Это контрастность. Это баланс этого цвета. Угу. Вот. О. Ну, вообще, вообще светит. Оставь так. И все. Да, ну нахуй. Зрение сажай. Ну ладно. Подожди, а это что-то? Что-то. Ну ладно, чувак. Enjoy your life. Что, ты готов? Как никогда, Рэмбо. Let's go. Так, чувак справа. Ты норм? Я слева кровь. Да, отлично. Бля, ебать мой. Тихо, меня только не пристрели. А, нормально. А слышно мои выстрелы у тебя, да, кстати? Да. Вообще жесть. Вот это продуманность, да? Так, осторожно. Мне даже целиться не надо. Я по карте смотрю и стреляю. Ты норм? Аптека. Так, нормально. Ага. 87, но я возьму аптечку. Так, у меня чмур. Так, сука. Стоять. Взял. Так, вот в это маленькое строение не заходим пока. Я чуть не обосрал. Так, смотри, у нас еще зона слева и зона справа. Ну ты в одну, я в другую, видимо. Давай, разделимся. Так, ну ты иди туда. Я, короче, пошел туда. А ты в эту ближнюю. Че, мы не в ту... Ну все, ладно, я думал, я в дальнюю пойду. Давай. Иди уже. Я с дробовичком поразвлекаюсь, мой дробовичок. 19 чуваков осталось. Так. Блин, даже чувака. Выха. На тебе, крыса. Где еще? Бля, ебать. Это у тебя звуки моей стрельбы? Ты ко мне пришел? Нет. А-а-а. Что-то звуки... Я вот стреляю, звуки у тебя идут. Странно. Чуть камера пищит. Мультиплеер. Ебать. Синхра такая, да? Пинг. Пацан, живи. Живи, пожалуйста. Нужно жить. Все. Так. Я вроде норм. А, еще что? Ебать, как норм. Откуда? Столько много. Ammunition is low. Ammunition is... О, zero этих врагов remains. Все, собираю все, что можно унести с этого уровня, и мы уходим отсюда. Дробовички, патрошки. Это... Пошмонай в натуре, пацанов. Ну, ты понял. Трупики все это... Собери. Блин, как же сегодня весь этот сет разбирать нам сегодня? Так, тебе надо житухи? У тебя все есть? У меня все хорошо. Ну все, встречаемся в главном зале. Сейчас ты увидишь
нечто. Просто нечто из этой игры. Это будет эпично. Там будет лифт? Там будет лифт. Я зайду в него задом, чтобы тебе сказать, насколько он эпичен. Видишь меня? Да. Погнали. Только давай, надо это вместе заходить, иначе пиздец. Давай, находим. Находим. Смотри. Круто, Андрей. Ну-ка, чувак, стой. Как ты там в лифте выглядишь? Ты вроде норм. Круто, что в лифтах можно, да? Ладно, пошли. Так, здесь, короче, здание вот такого плана. Еще жестче, чувак. И нам предстоит еще пройти около 800 таких зданий, ну или больше. Ты доволен? Я смотрю на надписи. Вот пароль, тебя... кстати. Докинг. О, какой у тебя пароль, да, классный. BUNBQ. Так, давай мы его сфотаем. Давай. На моем экране, а не на твоем. На моем, на русском. Это потому что говненная версия, сделана для говнюков. Говнюками. Чёртовы китайцы. Теперь мы будем... У нас есть доказательства, что мы прошли игру. Ну-ка, фотка... У меня, прикинь, телефон что-то фотоет иногда, но не сохраняет. Давай. А если ты карту нажмешь? Круто. Вообще. Так, смотри. Сейчас, короче, чистим. По такому плану. Вот это сначала все. Вот эти вот направления, да? Ну, может, тогда в одну сторону, а в другую. Верхушки почистим. Боковухи. Ну, боковухи и вот... Да, короче, стороны. Не заходим ни в коем случае сюда. А, там пипец. Там столько говна. Ага. Ну, ладно. Да, чистим пока что этот периметр. Ладно. Я вот сюда. Вот сюда это куда? Ну вот куда я пошел, смотри пока. Ну класс, нет, что-то направо, там, налево. Ну я не знаю в какую-то сторону. Ну как бы я знаю, но у меня никак у тебя будет отображаться. На тебе крыса. На тебе крыса. На тебе крыса. Крысы умирают очень быстро. Тихо. Мертвый. Так, ты как там? Все. Ну, напрямую дошел. Это зона вроде норм, да? Так, а в коридоре там около... Внизу мы там чистили? Нет. Давай зайдем туда на всякий. Там может козелка. 70 противников там отхерачить. Меня не убей только. Да я... Все, я знаю. Ты внизу? Да, я тут. Так, давай вместе лучше пойдем в эти. Давай сейчас откуда ты пришел. Нижний левый. Туда пойдем. Погнали. Let's do this, bro. Вообще классно в мультиплеере. Блин. Чувак, я могу прыгать до потолка от счастья. Так, все, нижняя левая. Давай, осторожно. Я встану справа у двери, ты слева. И работаем. Ух, вот что значит мультиплеер бичес. Так, там еще идут. Слева. Крою. Крою, нормально. Так. Вроде, я, короче, я, короче, ох, блядь, ох, блядь, с той стороны. Убил. Убил? Отлично. Так. Идем потихонечку вперед. Да. Ой, блядь, убил. У меня броник еще кончился. Хорошо, я тебя... Ебать, в темноте я не разобрал. Так, стой. Кто меня бьет? Это ты, да? Да, ты меня жопу шмальнул, разок. Friendly fire, чувак. Так, там меня уже не отстреливался. Пидорасы. 57 хп на 57 противников. Где все-то? Ебать, не спавнятся. Как-то непонятно. Господи, у меня еще эта линия сраная. Да, аптечка. Аптечка тут не было, аптечки. Так еще оглядываешься. Ну, конечно. Но мы зачистили, кажется. Походу дело. Так, давай посмотрим. Так, знаешь, где аптечка есть? По-моему, вот в этом переходе. Мы сейчас с тобой через переход рванем направо, как ты понял. Но нам нужно вот в это маленькое кольцо внизу, видишь? Тоже зайти? Да. Давай сейчас зайдем. То есть нам надо туда, там, по-моему, аптечки лежат и пушки, сколько я помню. Да. Вот как раз мне мою бедную жопу подлить. Давай меня аптеку. Бери аптеку. Да, меня аптеку надо. Аптешок, да. Так, и теперь дуем через вот этот шлюз. Вот он, шлюз. Вот этот внизу лифт. Через который надо выйти. Приходной у нас сверху лифт. Понял, да? Приходной сверху. Жалко, тут показывать нельзя. Была прокрутка здесь даже. Приходной лифт снизу. Нам через шлюз надо пройти в правую часть. Потихонечку.
О, тики-брики, берем аптеку. Ой. Так, сейчас. Мне дробаш я возьму. Нет, мне ты живой нужен. Будет брать дробаш? У меня 59. У меня 55. Давай, я возьму. Бери. Так. Пошли дальше. Пошли потихоньку. Вот здесь вроде нормальная зона. Блин, как же меня раздражает этот сраный черно-белый режим. Ужас какой. Знал бы, что все будет так плохо. Это аптеки есть? Не видишь? Блядская прорисовка. Погнали. Тихо-тихо, я чуть не засадил тебе в спину. Так, я налево выглядываю. Ебаный блин. Пацаны, прикрой. Ого, у тебя их там нифига. Ебать, я ранен. Уползаю. Уползаю, мне в жопу прострелили. Ну, поищи аптеку здесь. Ох ты, ё-моё. Чувак, ты где? Я не вижу ничего. Все. Это я помогал. Да я понял, но... Я, если что, на землю буду падать. Так. Ой, еще. Чувак, не беги. Да кто из них ты, ебать? Все, всех убил. Всех убил, хорошо. Погнали, полечимся. Ой, бать, мы с тобой полутрупы. Погнали, тут. Тут аптечка, бери. У тебя сколько? 32, бери ты. Бери ты, мне ты мне живой нужен. Ты кидаешься вперед, пока что учишься еще. А я знаю, что тут надо не спешить. Так, давай потихонечку. Я сейчас в правый угол этой зоны прижмусь и пойду. А ты потихоньку иди по центру, либо слева. Зацени, кстати, бэки, да? Смотри. Луна. Или же это Марс. Вообще надо. Так, ищем сраные аптечки. О, блядь. Нифига, у меня FPS даже поднялся. Даже вот когда я хожу, ну, у меня ничего нету, просто черная чернота. У меня FPS аж поднимается. Так больше нет ничего. Так, погоди. Мы через... Нам сейчас вверх надо пойти. Да, верхний шлюз. Вот, который... Там коридор чищенный, в принципе. Так, я справа, ты слева, давай. Ебать. Тихо. Пацан, срать. Так, я в норме. Я влево. Угу. Очки ебучие. Да, блин, скатываются. Так, осторожно, прикрываю. Блин, такие тени бегают там в коридоре. Страшно до усрачки. Вот это я понимаю. Блин. Так, прибил. Так, нашел птичку. Чувак. Бегут. Кто? Где? Вот кто мой, не мой? Да ты. Кто быстро очень бежит, тот не я. Я понял. Да тот, кто стоит сейчас, тот ты. Ну да. Логика. L равно логика. Никого. Где аптечка? 21 хп. У тебя вообще 11. Мы с тобой вообще полутрупы. Нам еще с тобой и шагать по этой игре. А мы уже с тобой до... Чувак, аптечка. Бери. Хилься, живи. Погоди, ты где? Ну я вот в этом, в переходе маленьком. Вот видишь, где край отмечен крестиком. Сейчас вы увидите, как человек берет аптечку. Это выглядит очень эпично. Берите. Прыгает аптечку. Ох, у меня, смотри, вот видишь, что с FPS-ом творится? То есть, когда я смотрю в черноту, в пустоту, да, FPS поднимается. Ладно, погнали вот сюда наверх. У тебя глаза ничего? Ну, ладно. О, ебать. Что там? Хилимся, живем. Бери аптеку. О, нормально. Подгон. Подгон от игры. Так, что, наверное, дробовик начали здесь подгонять? Да, не стесняйся. Сейчас, короче, что, нижнюю мы зачистили, да? Нижнюю левую, правую, верхнюю. И вот теперь осталось, которая впереди одна. Левая. А. Ну, там еще две аптечки в зоне, или одна должна быть. Но действуем так же осторожно. Я справа, если что. Сейчас тут в закутке, может, что-нибудь есть. Они дробовики, блин. Они уже не лезут никуда. Мне не смешно, не плохо мне от них. Как, я помню, как-то тут можно... А, тут можно боком, чувак, ходить. Скроллить. Я тебе... Смотри, зажми А и вправо-влево нажимай. Угу. То есть можно это... То есть ты подошел к углу, прицелился, такой, оп. Так, ты у меня на мушке стоишь, ну... Давай, как-нибудь. Прорвемся, опера.
Я бочком, бочком. Так, пристрелил. Ух ты, живой я, нормально, расслабься. О, бля, чувак. У кого-то патронов мало. Это не я. Или у тебя хил лоу. Что он сказал? Лоу. Лоу. О, это не наши. Это, блядь, не наши. Чувак, я, бля. Ты не можешь умереть. Я всех развалил нахер. The Reynamis. Я на 3 хп остался. Просто дробовик. Так, еще аптечку себе, потому что... Это капец, 3 хп, чувак. Расскажи моим детям, что у меня нет детей. Так. Это капец, я так выжил. Это отсос вообще. Блин, почему тут не 2 аптечки, блин? Даже 2. Должна быть 2 аптечки. Ну как, ты уже мечтаешь о полном хп? До 23 еще. Ну, смотри, как мы четко идем. Так. 23 на 23. Че, погнали? На next level. Слышь, говорит нам это. Угу. Так, пошли через вот эту. Да, я тебя жду. Ух, синхра, да, какая? А в эмуляторе так сделать нельзя. Так что пошел тот нахер тот. Кто эмулятор нахер тот. Тот нахер тот. Да, пошли нахер те, кто говорит, что эмулятор можно сделать норм. Нет, норм нельзя, можно только через жопу. А вот мы, true, у нас сеги. Может, не очень сеги. С китайских блендеров понаделали. Смотри, как я сейчас заползу в лифт. Блядь, ты сейчас без меня. Заходи быстрее. Бля! Эй, чувак! Ты что, не уехал? Гордон, ну столько лет, бля. О, тут другой лифт появился. В смысле? Да? Да. Лол, я приехал. Ой, блин, какой-то ублюдский уровень сейчас будет. Так, чувак, здесь, короче, знаешь что? По-моему, здесь смысл не в том, чтобы... Ладно, пароль пока не будем записывать. Пока не надоест. Это... В общем, в чем тут смысл, я насколько помню. Тут в каком-то уровне нужно 3 на лифте прокатиться до нужной этой. Ты 4 будешь попадать в неправильную локацию. Ладно, пошли потихоньку зачищать, там посмотрим уже, как пойдет. Неплохо. Кстати, обрати внимание, справа висит что? Это же консоли. Это же компьютер. Компьютер интерфейс, fucking face. Смотри, я могу даже прыгать на компьютер. Фу, это баш. Пошли дальше. Баш. Берешь в руки и... Так, подожди. Право-лево. Черт, я направо смотрю, ты налево. Я налево. Блин, такие за угла выглянули. Не умирай. 15, ты чё, понял? Подожди, меня выкинуло. Ну чё, чувак? Да мне в жопу стреляют, чуваки. Ёпта мать. 0-0. Я умер. Азиатку убили. Сука. Я теперь сижу в карте, пока ты не выберешь в Махасе. А, я могу другим играть? Да, можешь другим играть, но если у тебя все кончится, ты в жопе. Понял. А еще ты же... Блин, классно они тут реализовали, когда мрешь, у тебя карта включается. Это просто бомба. Интересно, могу все свои дробоши подобрать? У тебя они есть. Ага. У тебя еще 2 мины есть. Но мины это вообще капец, лучше на боссов их оставить. Потому что мину бросаешь, а столько урон наносит. Ну ты видел, мне полжизни снял. Так, это, короче, чувак, ты иди вперед. Только не мри в этот раз, пожалуйста. Да мне просто... Я пошел туда. Давай. Да ебать. Стену вставай. Ты ёпта мать, не бесит, что они сзади забегают? Они не могут сзади забегать, в принципе. В смысле, я бегу вперед, а они такие, хоп, меня бегают, а сзади забегают. Тут надо реакцию тогда. Бля. Реакцию подхватывать. Этот китайский джойстик пока повернется. Чего хочешь? Поменял? Нет, 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 нормально. Все, слева ты, ты. Да ёпта мать. Не я. Это не ты! Ебаный брат. Да ты был похож! Я был китаец. Да. Я иду. Вот смотри, где я иду, видишь? Да. Я сейчас иду за тобой. Давай, короче, зачищай до тупика и встретимся вот где вход в дверь. Хорошо. Это мне возвращаться надо. Да, я говорю, зачищай до тупика и где дверь? Возвращайся. Где аптечка? Я сейчас буду, где этот? Ты аптеку нашел? Я взял ее. Пиздец. А что? Да я тоже хуёвый. Ладно. Я вот тут. Да, я же говорю, встретимся здесь.
Не парься, расслабься. Так, возьму пистолет. А, слушай, видно, как я переключаю оружие? Ну-ка. Ну, ты стоишь как петушок. Ну-ка, подожди, а если я руками начну махать? Отойди немножко. Нет, ты стоишь. Когда я бью, только, наверное, видно. Так, ну что, аккуратно. Так, подожди. Я вот иду, куда я смотрю. Ну, в смысле... Ну, я понял, где я пойду. Сюда. У меня норм. Ублёдки лифт. Только не умирай. Так, по-моему, лифт у тебя где-то. Да. Погнали. Уи! Видал? Я не испарился, когда в лифт залетел. Да. Вообще. Отстой. Так, где это мы сейчас? Инжиниринг 1. Пипец. Так, ну что, давай тогда... Смотри, как сделаем. Ты налево пойдешь, и направо, ты все. По этим комнаткам ты справишься? Ну, конечно. Давай, я тебя... Я же Брайан Ниггер в этот раз. Я тебя... Ёптум. Осторожно. Бро, знаешь, что это такое? Че? У меня есть огнемет. Flamethrower. И сейчас я знаю, с чем мы столкнемся, если у нас есть огнемет. Это похуже, чем эти чуваки. А ты думал, всю игру мы от них будем отстреливаться? Конечно. Нет. Это пиздец там что будет. Так, ну ты пойдешь прямо или куда? Ну, вот сюда, видимо, зайду. Я, короче, прямо тоже пойду. Я коридор прочищу, чтобы нам выходить было безопасно. Ёб твою мать, там херня летит. Да, чувак, готовься к думу. Ух ты, сука. Низкий уровень здоровья, тебя покусали. Так, у меня тут чисто все. Это крабы. Знакомься, крабики. Вот он. Ах ты, еще один. Отлично. Я тут за дверью. Ёб твою мать, их до хера. Я помогаю. Ты жив? Да. Тихо, тебя покусали. Аккуратно. Еще. Я по потолку ползаю. Я уже заметил. Бля, что я надеюсь, чтобы не попасть? Прыгать и стрелять. Вот тебе надо было огнемет взять, блин. Зря его взял. Он мне как бы в жопу не нужен. Выбросить оружие жалко нигде. Так, ладно. Где? Сука, новые ползут, что ли? Нет, это... У меня тут крабы в ебане. Как хэдкрабы, только какие-то сраные крабы. Сдохни, говно. Пошел. Я их прям издалека отстреливаю. Скролл. Эй, где мой ФПС? Что происходит? Чувак, у меня ФПС уходит куда-то. Нет. Убил. С ХП. У меня из-за кучи этих сраных дохлых крабов ФПС упал. Боже мой. Что с нами будет? Я уже видел, как хожу. Пошел нахер. Сраный краб. Так, ну ладно. Жалко, с краба знаешь, что не падает? Оружие. Ага, вот тебе ага. Чувак, ко мне, бегом. У меня броник есть. Так, а ты где? Смотри. Ты, блядь, в кругах? Кружок вот этот, левый, верхний. Эй, бери карту. Дуй сюда, бери броник, потому что он тебе нужнее. Мне броник нахер не нужен. Power armor is for pussies. Как говорил один чувак. Я аптечку тебе возьму. Молодец. Спасибо, что взял за меня. Бери. Короче, знаешь, что он делает, броник? Mm. Это считает твои 100 дополнительных хп. Его надо одевать как-нибудь? Нет. Он, то есть, все. Он как пассивный, то есть, все. Ты его и не оденешь. Окей. Okay. Так, 3 осталось херни здесь. Где-то 3. Ты где зачистил? Расскажи мне. В левый нижний, да? В квадратах. В этих двух? В левый нижний квадрат потом. А верхний кружок, вот правый кружок. Нет. В правых комнатах я не был. Я был только в квадратном. Я тоже. В одной. Я тоже под нами. Я вот на... Ну нет, давай ты налево.
направил. Ну-ка, огнеметом попользуюсь. Этих ебучих тараканов. Видал, да? Хочешь посмотреть, как огнемет работает? Ох-ох-ох, у меня тоже сейчас ФПС упало. Ну вот, из-за мертвых тараканов что-то ФПС падает. Оп, огнемет. Осторожно там. Так. Е, блядь, тараканы. Че, огнемет нормальный прям? Ну да, с одного выстрела гасит их. Причем еще может сразу двоих-троих. А, блядь, кусает. У меня ФПС улетает куда-то. Ты экономнее, он очень мало его. Всего 10 выстрелов. Классно, что звуки у тебя играются. Включаешь один телевизор и попёр. В данном случае вырубаешь самый говняный телевизор. Так, а вот и моя наконец-то хилка долгожданная. Я уже сколько тебе аптечек уступил. Это ты там за... Нет, это не ты, а кто там сидит туда? Злой краб! Простите меня, там сидит крабик. Ура, аптечка! У меня теперь 57 хп. У меня теперь 77 хп. У меня теперь 97 хп. Ты что за комната нашла? Сервер наш? Наверное. Я хер знает где, у меня все черно-белое. Ты хочешь посмотреть на жареных? А, ты уже видел их, да? Смотри, в что они превращаются, в жопу. Вот в такие фикашки. В принципе, где еще три краба или чего тут может остаться? Где они, в принципе, могут сидеть? Чувак, по-моему, это тот самый уровень, где все очень херово. Почему? Ты везде там за этими, за кубами, под кубами? Ну, вроде как, да. Могу еще раз бегать. Блин, где-то сидят же... А, подожди, нам... нет, все правильно. Пошли. Пошли в лифт. Сейчас разберемся. Здесь есть очень хитрая обманка с туннелями. Инженерная уровень 3. Ну как тебе, чувак? Вообще пипец, да? Так, ну что я могу сказать, господа? В принципе, вперед, наверное, не будем суваться. Ты направо, я налево. Давай. Так. Блять, сразу тараканы. Господи. Перестаньте. Они еще и прячутся? Да. И еще из-за угла не могу стрельнуть его в харю. На тебе там морда. Ну, у них еще лапы дрыгаются, когда их убиваешь. Так. Тихо. Ух ты. Блин. Живи. А, меня кусают. Есть. Пошли в жопу, крабы. Меня со жопы тяпнули. Тихо. Нормально. Чисто. Да я даже не зашел еще. Я вот этот коридор прибать. Сорян. Чувак, хорошо, что я промахнулся. У тебя чисто, что ли? Да. Это все потому, что. Ты свой самый правый верх не зачистил? А, в смысле, прям вот тот верх. Давай, короче, ты вот. Ну, ладно. Давай по баням за этим зайдемся. Давай. Я просто не заходил туда, я. Прошел вокруг. Аккуратненько, блин, у тебя ХП. Ну и да. Кто-то хорошо меня выстрелил. Блин, ну я тебе аптечку должен. Блядь, ебучая таракашка, вылазь, я знаю, что там есть. Все, у меня огнемет кончится. На тебе. Я ненавижу это инженерное говно. Знаешь почему? Потому что до хрена поворачиваться надо. Нифига ты как хитро пошел. Так. Если я вот так вот тоже, как ты, по-хитрому начну жить. Один еще где-то здесь. Краб, ты охерел? А что так резко и близко? В близкие отношения со мной вступил. Чувак, у тебя броник? А, значит я беру.
Я убежал от крыла. А кстати, как у нас у тебя броник не тратится? Он должен тратиться. Он тратится. Ну и все. Блин. Вот аптечка, кстати. Если что, давай ко мне. Они издеваются надо мной, они бегают вокруг. Нормально у тебя броник уходит. Да блин, они между этими говнянными. Ну что, они кусают меня? Говнюк. Я прицелиться не успеваю. Так, ну все, вроде. Я зачитал, кажется. Кажется? Ты во всех щелях этих пролез? Смотри. Я прошел везде сквозь и... Я тоже сейчас занимаюсь сквозь. Дуй ко мне, у меня здесь аптечка есть. For you. Еще контрольный пройду. Давай. Блин, вот прямо вот там, где я ходил, они где-то лазят тоже. Shotgun collection. Не, нормально все. Так, к тебе это куда сейчас идти там? В это, да, иди сюда. Я тут занимаюсь зачисткой крабов. Я же тебе аптечку должен, я обещал. За то, что я тебе в жопу придривнил. Дуй вот сюда ко мне. Где я стою, ты меня на карте сейчас видишь. И сейчас вы увидите, как я снова отдаю сраную аптечку, потому что жопа. Берите. Так, ну что, выполняем план, пока по плану идем. Итак, следующий шаг, я думаю, нам надо продвигаться влево, зачистить большую вот эту комнату в центре. Что вы думаете? Опять вдвоем пойти или... Вдвоем пойдем, а как мы еще? В разные комнаты. Ну это как? Смотри, мы... Сначала в центральную, а потом в разную. Да, в центральную, и потом разойдемся. Давай. Execute. Блин, как круто, у тебя на русском, у меня на английском. Хотя я могу себе спокойно загрузить версию тоже русскую и играть спокойно. Ну я так не люблю. Это не весело. Я прыгаю. Счастье, наша игра работает. Прикинь, две разные версии, хер пойми, чего работают. Меня в шоке. Вот это совместимость. Так если разные версии, я не знаю, там чего-нибудь как. Блин, ты мне в спину. А, теперь я тебе в спину, да блин. Так, спокуха. Справа таракан. Или это ты? Фу. Так, что я налево? Я направо. Ебать его. Если что, не стесняйся стрелять. Как бы нам теперь... Блин, у нас патроны кончаются, ты это заметил? Да, у меня пистолет уже нет. У меня кончается пистолет. Гнида по стене ползет. Я себе хочу такого таракана на аватарку. Чувак, что с броником? Иди ко мне. Он целый у меня тут. Ну, как целый, 40. Все равно иди ко мне. Тебе нужен броник. Оп. Огнемет. Ну, его оставь на коне. Так. Я знаешь где? Вот, смотри. Ага. То есть, доворачивай круг ко мне. У меня броник лежит. Броник вещь. Так, у меня 80% броников. Блин, столько броников, да? Так, ну чё, расходимся. Давай, ты в эту дверь, я пошел дальше. Туда. Хорошо. Ни пуха, ни пера в зачистке. Так, подожди секунду, я посмотрю. Ага, все понял, как надо. Я таракан, ебаный. Меня кусают. За бронежилет. О, блин, мне показалось, я автомат. Тут автомат появится скоро, наверное. Так. Какие-то шестеренки крутятся. Гифки, представь, гифки. В этом игре. О, патроны дофига. Да блин, я нажал на Б, оно у меня не исполнилось. Что за фигня? Это фигня какая-то. Ты стреляешь, у меня аж игра это встает. Когда у тебя заварухи, у меня FPS отседает. Да ебаные тараканы. Сука. Кем вот ты вот чувствуешь себя в роли солдата, защищающего базу? Санитарный какой-то этой, да? Компании. Сотрудник клининга. Да, клининга точно. Или это... Как он у вас по-умному там называется? Травля насекомых там.
дезинсектор. О. У меня звука не было, таракана. Предательская сега не закричала. Потрошки. Берем пистолет и добиваем остальную мразь. Ого. Что такое? Аптечек три штуки. У тебя как? Блядь, я на тебя засмотрелся. Ну что, здесь аптечка это что-то между рядами? Патроны и пистолет. Тихо, у тебя тараканы. У меня есть. Все, расслабься. Можно было бы их продать за патроны, да? Представляю, Сидорович такой сидит на одном из уровней, да? Короче, сталкер. Так, я вроде все. Я почти тоже. Мне сейчас. Угу. Мне сейчас вот нижнюю часть вот эту проскрести. Хорошо. И я все, в принципе. Ну, кстати, обрати внимание, счетчик врагов встал. Опа-на! Это Night Vision. Кстати, его можно, по-моему, выключать или нет. Прибор ночного. Ну-ка, это, переключи его. Еще, еще, еще. На выстрел нажми. А, он у тебя работает, ничего с ним не делаешь. Он будет тратиться. Ну, с ним, типа, видно все. Он нам на следующий хур... Тут еще фонарик будет, огнетушитель. Там всякие отмычки. Вообще, это просто жесть. Просто бомба. У тебя там хрень. В какой игре на Сеге еще есть? Ух ты, блин. Да-да, у тебя жук. Жуки! Так, я со своим разобрал. Обрати внимание, у нас счетчик с этих соперников встал. Это означает, что мы кое-где кое-что не зачистили. Так, я выхожу. Куда я вышел? Ага. Шишел, пышел, пернул, вышел. Так, теперь нам нужно вернуться на бридж левел 1. То есть обратно идем. Погнали в лифт. Если он нас не выведет на бридж левел 1, придется нам искать дорогу с тобой до бридж левел 1. Сраный. То есть тут немножечко все очень непросто, я тебе скажу. Куда он едет, этот сраный лифт? Куда вы приехали? Engine Room. У, не, нам... Так, значит, нам знаешь куда? Нам, скорее всего... Надо нам в ту комнату, где остались три соперника. Я поехал. Ну, пойдем. О. Ты уехал куда-то? Подожди. Подожди. А, ты уехал на вторую инженерку. Точно. Подожди, так нам нужно вернуться на мост. То есть я говорю, здесь можно иногда на лифте проехать два этажа нечаянно. То есть настолько здесь все запутано. Вот, мне нужно как-то до бриджа первого добраться. Я не знаю, как я сейчас поеду кататься на лифтах. Так, а мне что делать? Не знаю. О, я нашел биосканер, чувак. Знаешь, что такое биосканер? Что это? Он показывает всех врагов на карте. Вообще, даже сквозь стены. Он тратится тоже. Да. Я в зачищенном уже уровне бегаю. Если хочешь, можешь там поиграть, но не гарантирую, что ты выживешь. Вот, я пошел искать выход. Где? Вот. Я иду через инженерку 3. Хорошо. Ты в инженерке 2 сидишь. А у меня тут больше лифтов нет, то есть это единственный уровень. Почему, почему есть? Вон он внизу, сам смотри. Это разве лифт? Да, но только он замкнутый. То есть через этот уровень ты пролетаешь. Плюс справа еще один лифт, тоже замкнутый. Ты через него пролетаешь. То есть здесь что-то вот... Не то, я вот, мне кажется, где-то мы пропустили, вот как раз три соперника, видишь, у нас не убито. Uh-huh. Значит, где-то на уровне моста, именно вот Bridge Level, мы там что-то не завершили с тобой. Вот, инженерная, инженерная Level 1. Так. Так, тут нихера. Так, это что за уровень? Вот как раз это за подлянка, сейчас я сажусь на тот лифт и надеюсь, что он меня куда-нибудь приведет. Быстрее! Ты за мной бежишь? Да я не могу уйти с лифта вовремя. Так ведь? Да. Еще попытка. Насраный бричный. Есть. Комната 4. Вот, я на бридж 1 залез. То есть здесь как-то надо попасть... Смотри, Bridge 1, not secure. Что это значит? Может быть... Не захвачено. Ну я понял. Ну значит, не все. Подожди, может быть здесь лифт с каким-то подъемом?
Что еще может быть? For not cure. Ну ладно, инженер. Лифт дальше не едет. Ёбаный в рот. Как-то можно, вот, блин, я тогда, так, чувак, подожди, я тогда на бридже еще потусуюсь, может быть, кого-нибудь найду. Не знаю даже. Ты что там на лифте катаешься? Да, я попал на инженерную, два. Один. На мосту один. Подожди, а как ты попал на мост? Отсюда? Да, тут надо пробежать по коридору в лифте, я там тусуюсь. Вот это кроссплатформенный мультиплеер. О, чувак, я нашел этих козлов, которые прячутся. Смотри, биосканер. Видал? Мы внизу здесь не были. Угу. Здорово, пидорас. Кстати, звук у тебя пропал, потому что я на другом этаже. Аптека нужна? Не нужна. Нет. Все, теперь у нас с тобой секьюр. Теперь если я с лифта уйду, у нас пароль появится. Хорошо. Вот теперь я иду к тебе. Жди меня там. Сейчас приеду. Давай, я в дверях. А хочешь, встань перед лифтом, смотри, как я приеду. Ну-ка, как это будет выглядеть. Да. Сейчас, сек. Сек, я, наверное, ТПшность просто, блядь. Просто появился. Здорово, сколько лет, сколько зим. Так, по нулям. Секьюрит, инжиниринг, подожди. Бридж как раз у нас получилось. И инжиниринг тоже первый зачищен, так что нам нужно с него свалить, чтобы получить что? Пароль. Причем, по-моему, пароли от сингла и от мульти такого отличаются. Так что нам нужно будет все-таки его записать. Видишь, что пишет? Идите на следующий раз. Ну как тебе, игрулька? Твои впечатления? Лучше дома, на самом деле, как по мне. Какой кооп, да? Страстный. С зачистками. Лифты просто. Так, ну бесит. Вот. Опа, я выскочил на лифте и в инженерку залетел в тупик. Это отстой. Подожди, почему в тупик-то? Это тупик. О. Я спускаюсь вниз. Проблема в том, что я выскочил с тобой. Да, мы вместе с лифта, блин, беспилетники выскочили. Подожди, я посмотрю, инженерка... Да-тя-тя-тя, подожди. 60? Это что за этаж? Посмотри там на стене. Мы здесь были же. Блядь, как мы во вторую инженерку залазили с тобой? А, нужно пройти через третью, и ты окажешься во второй. Блядь, как все запутано-то, ёбаный урод. Сейчас я к тебе приеду, подожди. Короче, нам нужно зачистить, смотри, я вот спускаюсь. Ну. Сейчас вот. Смотри, нам нужно зачистить Engineering Level 2. Да. Это вот я нахожусь на первом. Ты находишься на третьем, а второй находится, по-моему, по лифту. То есть мне обратно идти? Нет. То есть тебе... Нет, смотри, тебе нужно вперед как раз через вот этот лифт выйти. И ты окажешься на второй инженерке, прикинь, а потом вернуться обратно на третью. Ладно, давай попробуем. В общем, вот такая вот жопа. Биосканер кончился. Просроченный. Ох, во вторых уровнях музыка сменится, и знаешь, что появится? Камеры на видеонаблюдение, стелс. Лазеры, роботы, ужас, трагедия. Секс-комедия. Инженерная 4, вот она. Да. Или это двигательная. Что за разбомбленная? Ну-ка, подожди, где это мы? Инжиниринг 4. А нам нужен второй, понимаешь? Ну, во втором мы его проезжаем мимо. Я пошел обратно поищу, кажется, нет. Бля, ёбаный в рот, бля. Пошли вместе искать. Блин, вот единственные это светлые идеи, которые мне приходят. О, вот это второй. О, видал? Блин, я эти лифты в труба шатал. Ты понимаешь, насколько жопа, что здесь с лифтами? Вот, слушай, я здесь был, ну как. Типа был, но да. Не был. Да, мы здесь ничего не чистили, поэтому погнали. Так, чё? Я направо, ты налево. Я налево, ну все. Удачи. Вам тоже. Да, хорошо. Блин, вдвоем, наверное, быстрее будет пройти, потому что чистка осуществляется двумя руками. Блин, просто страшно вдвоем идти в одну дырку, да? Конечно. Друг друга пристрелишь, не знаю. Вот с боссом я посмотрю, как будем драться. Вот это будет интересно. Еще я хотел в цветном играть изображение.
Ну хочешь поменяемся? Да ну его нафиг, ты умрешь нафиг на телевизоре. Да блин, жопа, с ней таракан. Кстати, в одной комнате мы слышим свои выстрелы, это очень интересно. Блять. Ты жив? Нет, тараканы трахают со всех сторон. Это плохо. Ну, не со всех. Это плохо. В этом нет ничего хорошего. Блин, я прям таракану в рот засунул дробовик. Аж кровище по стенам разлетелось. Так, спокуха. Есть, подстрелил говно. Есть что? Блин, я в каком-то мейнфрейме, что ли? Чего за дальнейшее? Ужас какой. Оп, таракан, вонючий, вонючий. Вот теперь аптечка пригодится. О боже, чувак. Это что, это лицо или знак ядерной опасности? Слушай, на морду похоже. Похоже. Уходи отсюда. Что ты пришел, что ты смотришь? Блин, тут столько всяких секретичек. Таких, которые интересненькие. Так, я со своей стороны за... Подожди, я посмотрю, куда мне идти с тобой. Ну я за тобой иду, да? Да, тебе 100%. Кстати, нифига, да? Ну, у тебя и пароли. Это вообще... Я в статус себе, наверное, один поставлю. Бджж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 
А ты говоря быстро, правильно? Нифига. Мы еще левелов 5. Я не выдержу. Это ты? Да. Так, спокуха. Ты тут не все зачистил еще? О, вроде все. Я сейчас оббежал еще раз, никого не нашел. Ну все, заебись. Погнали в следующую комнату. Дробовик 82. Так, нам нужно вот сюда вот. Фигурально говоря. Камера еще пишет, странно. Так, ну все, вон та комната. Я в левый угол смещаюсь. Оба, мужики. Мужики, здорово. Мужики с тараканами сдружились. Обычно они жрут друг друга. Это что за фигня? У вас мужика пистолет. Так, мне это не нравится. Это раз. Я в эти заглядываю аккуратненько. Ну ты меня видишь вообще. Ну по сути, да. Блин, я теперь на меня бежал. Да какого ж черта? Он с автоматом, ничего себе. С минами поосторожнее. Не долбани мины случайно, иначе мы покойники. О-оу, о-оу. Так, нормально. Переключаемся на пистолет. Во имя экономии. Аптечка нужна? Возле вот, где нужна я могу. Будет, сейчас я зайду. За... Давай, аккуратно. Проверю. Чисто. Scotch Kale. Get pick up this. Аптечку. Так, ну что, погнали дальше, тебе получше уже стало. Так, что, вверх? Да. Вверх и вон в ту задницу вселяемся. Угу. Ебать там лабиринт. Ёпсель-мопсель. Подожди, мы тохо чистим? Ну да. Левел 2, подожди, инженер Кровь. Вторая. Кто там что задумал писать? Я иду по коридору. Я пойду первый, потому что жизни много. Потому что азиатка. Я азиат. Я капитан Исущий. Запомни это имя. Ну, это мужик все-таки? Да. Капитан С. Исуши. Секс. Ой, простите, F. Female. Блять, я хотел поиграть. Блин, ее так залезали, как мужика. Is low. Ammunition is low. Тараканы. Ёб твою мать, как я не попал-то? Тараканы. Нифига, он тебя лагает что-то. Ну, так бывает чуть-чуть. Я не знаю, мне... Я уже привык к этому FPS. Мне уже кажется, как родной мой FPS. Ё-моё, я думал, ты... Не, у тебя там дофига таракан. Жопа! У меня прям на весь экран таракан. Да ты там бегаешь? Да. Блядь, я же испугался, таракан такой активный. Тихо. Опа. Я взял аптечку. Заебись. Жду тебя. Ты все прочистил? Да. Это резкий, как пуля. Так, ты... Ага, понял тебя. О, инферно... Или как там переводится? Как это переводится? Ну-ка. Тут аптечка, иди подбирай. А тебе не надо. Чё это написано? Ну, блядь, ты заебал. Ну, иди сюда, иди еще раз. Инферно...
Ладно, это явно не здоровье. Ну, может быть, лечебница? Явно на туалет не похоже. Стой! Тараканы в инфирмитере! Так, я в клинике. Надо подлечиться. Блядь! Я в аптеке. Да похер, пусть грызут, у меня много аптечек. Я в инфирмитере. Инфирмитер. Так, мне 45 лет. Это куда тебе надо, где надо прийти? Вон, вот это вот яйцо, видишь? Ага. Я иду. Вот я, видишь, на карту смотри, да. Это я. Не убей меня, нахуй. И что, а яйцо там за тебя? Да, давай, иди туда, я пока постреляю за тебя. Так, секунду, я гляну. Так, в принципе, да, мы вот эту вот закорюльку всю прочистили, в принципе, да? Ну да, там главное. Теперь вот этот большой зал остался. Ага. Опять отсюда бежать далеко. А где мы вылезать-то будем? А, там же лифт трехэтажный. Ну, назад потом мы пойдем. Ладно, нормально, жить можно. Ну это, заходи, хилься. Как тебе рай там? 1, 2, 3, Блин, я окно закрою, наверное. Холодно? Ну, а ты что, да? Нормально пока. Ну, закрывай. Если хочешь. Ну, если что, открою. Грыжда, как там нафиг. Ты просто с утра замерз. Хопана! Я готов. Heavy gore again. Так, ну шо? Пожелайте нам удачи в бою. О, таракан летает. Ух, прям перед... Ой, я ж на середину карты вылетел. Беги сюда. Беги сюда. Бежишь? Я бегу. В стену. Блять, еще меня хуйнул. Все, я пошел лечить жопу. Зато Zero Enemies Remains. Зашибись. Все, я инфурму пошел делать. Все, давай. Это, ты подлечись. Кстати, чуваки, я играю одной рукой в игру. Потому что Zero Enemies. От того игра и называется Zero Tolerance. А вы-то что думали? Тут какая-то хрень держит. Игра точно называется Нетерпилы. Что это такое? Где? Биосканер? Био. Сканер. Детектит. Оу, щит. Мадафака. Блин, чего у тебя такие красивые арты? У меня какая-то защеканская, получерная. Плохо быть черно-белым. Монохром. Ты в универе не учился. Поступил бы вот. Для ПТУшников только черно-белый экран. Ой, бля. Не, завтра сделаю. Нахуй этот цветной. Так, мы обратно же бежим? Да, мы бежим сейчас. Ой, тебе все не говорят. Так. А, секьюр. Там, блядь, вон там даже, я понял. Ладно, побежали. Так невольно и запомнить можно всю карту, да? Слушай, я как будто не бегу чуваком, а езжу на машине. Да. Инерция, да? Ну, такая. Вот представь, как это надо закодить, чувак. Да. И чтобы оно все синхронилось, и все запоминалось, и две сеги с собой, с друг другом работать могли. Я просто в шоке. Это просто Пикачу. Кстати, видишь, у меня... Ладно, потом расскажу. Инженерка 2. Я поехал в инженерку 3. Жду тебя здесь. О, в инженерке 3 тоже надо. Хотя написано инженерка... Что за нах? Подожди. Ну туда, все зачищено. А, может быть, нам надо... Подожди-ка. Ну, в четвертую, в третью мы зачистили. Я понял, а лифт куда едет? А вот, лифт на этот же... Да. На этот лифт можно в инженерку четвертую залезть. Тут 99. Зашибись. Везет же мне. Ты там где? Блять, я где-то еще... В инженерке второй, да. Как... А, у меня 72 дробаша и больше ничего. 99 на 99. О, сейчас будет весело. У нас двое, поэтому... Два ствола? Only way. Only fucking way. Разрушитель у тебя, видишь? А я... Так, Марксман. Секс, да? Размер твой. 0,9 на 28 на 61. Вес 67 килограмм.
Рост 188. Вот так вот. О, это ты? Это я. Здорово. Так, белый, что, погнали. Ух ты, блядь. Стреляй, стреляй. Стреляю. Я постреляю за тебя, чувак. Чувак, зырь! Зырь, что я нашел? Пульс, пульс лазер. Мы его называли автомат. И что это? Он прям... Ну, потом покажу, он лучше не тратить его пока. Налево смотри. Смотри, бери впереди, тебе. И там еще огнеметик, давай. Чувак, живи. Что там, что, как перевели они? Огнемет ты берешь. А, понял. Имя. Пующий, пукающий, пулющий. Так, давай план составим зачистки. Ах, как все непросто. Ты что, я в закоулке поперся? Направо? Налево. Подожди, а мы откуда пришли-то? Мы слева. То есть видишь две дверки?